Открытый областной турнир по панкратиону, посвященный памяти Владимира Зборовского, собрал под сводами омского велотрека 22 команды из ведущих омских клубов разных регионов России и Казахстана. Поприветствовать участников и почтить память своего тренера пришли его известные воспитанники Александр Шлеменко, Андрей Корешков и Александр Сарнавский. Если вы выращиваете молодое поколение, это то же самое, что вы растите свое дерево. Если вы ему обрубите корни, а корни – это память о том, кто стоял у истоков, о наших предках, о наших традициях, оно засохнет и завянет. Сам Владимир Анатольевич, он всегда вспоминал всех, кто были до него, всех, кто ему проложил дорогу. Точно так же и мы сейчас не должны забывать и о нем, и о других ребятах. И я думаю, то подрастающее поколение, которое мы воспитываем, еще приумножит все наши усилия и вспомнит и сделает еще намного больше, чем мы. Такие турниры, они дают возможность выступать ребятам не только нашего региона. Здесь 16 регионов у нас представлены. Представьте, ребята едут, выступают, обмениваются опытом, и в целом мы все выигрываем. У нас растет спорт, у нас растет здоровый образ жизни, у нас растет популяризация спорта по всей стране. Александр Шлеменко отметил, что уровень спортсменов на турнире с каждым годом становится все выше. И действительно, на протяжении двух дней зрители ждали очень захватывающие, техничные и не всегда предсказуемые поединки. Сильная делегация прибыла на омский турнир из Томска. Михаил Гагарин в своей весовой категории среди бойцов в возрасте 12-15 лет одержал победу по итогам встречи с воспитанником школы «Шторм» Иваном Михайлюком. Его держать на дистанции, а потом, когда он начал атаковать, я воспользовался своей борцовской техникой и бросал его за счет его атак. Пытался его контролировать, постоянно его прессинговал в партере, не давал ему ничего сделать. Ну, вот и за счет этого у меня получилось его победить. Старший товарищ Михаила по команде, чемпион мира по рукопашному бою и победитель первенства мира по тайскому боксу Егор Тарасов поставил точку в своем финальном бою болевым приемом уже на 27-й секунде. Провел все поединки отлично, как и планировал завершить. Соперники были достойны. Приезжаю уже пятый год. Мне не нравится соревнование, то что ни в каком году не было такого, чтобы не было соперников весь. Всегда, то есть достойные соперники, и их достаточно. Достойно показали себя и спортсмены из Казахстана. Кандидат в мастера спорта по панкратиону Тамерлан Садвакасов справился с соперником за 40 секунд второго раунда, проведя удушающий прием. Финальный соперник, я наблюдал за ним с самого начала соревнований. Я знал, что он будет работать стойки. В основном старался проходить ноги. И вот старался больше работать в партере. Вот и получилось итоговый результат. Первый раз участвую на этих соревнованиях. Такие классные соперники, хороший турнир, буду приезжать почаще.
Лидирующие позиции в разных категориях занимали воспитанники авторской школы единоборств Александра Шлеменко «Шторм». Так за минуту и 20 секунд завершил бой болевым приемом Назар Бекмагомбетов. Это был для меня важный турнир. Я очень ответственно подходил к нему и поймал момент, где можно было выйти на болевой. Я очень хорошо оттачивал технику. И благодаря своим тренерам, то, что они помогали мне к этим соревнованиям готовиться. Также золото в копилку своего клуба принес известный омский боец Станислав Набаян, проведя удушающий прием в финальном бою. Старался работать умно, разбирать соперника. То есть стойки в борьбе, разбирать, обманывать. То есть мы этот план бой со своим тренером провели. Я пообщался с ним, попросил совета, он мне помог. Рассказал, что лучше так работать спокойно, с холодной головой. Вот, вот так вот провел бой. В бою понравилось, что получалось обходить все контратаки соперника, то есть внизу в партере на болевые какие-то и в стойке, то есть тоже я не уступал, что-то пытался обмануть, сам попасть, где-то противник тоже очень хороший давал отпор в стойке, но больше понравилось внизу работа, то есть обход его контратак. В итоге именно воспитанники «Шторма» стали обладателями главного трофея турнира, завоевав наибольшее количество медалей в четырех возрастных категориях из пяти.